Встречаем. На этой сцене появляется наш прекрасный жених Василий. Под ваши аплодисменты. Спасибо. 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 Благодаря тебе стало понятно, что такое любовь, что такое близкий, родной человек, которого ты встретил и с которым готов пройти весь путь. Которому ты радуешься каждый момент, от которой вызывает у тебя все самые приятные эмоции и самые трепетные. Настя, я восхищаюсь тобой, я безумно благодарен тебе. И я хочу сказать, что я тебя очень люблю. Ты моя душа. Ты человек, который открыто показал мне, что такое любовь, который выпустил наружу ту маленькую, ранимую, любвеобильную Настю, которую кроме мамы с папой никто никогда не видел. Только с тобой я могу быть настоящей. Я люблю твою доброту, твою заботу, твою внимательность, твою невероятную внутреннюю силу, которой я порой правда восхищаюсь. За это время ты стал не просто моей семьей, а частью меня. И я могу с уверенностью сказать, что я готова идти с тобой вместе по жизни. Только с тобой вместе и навсегда. Навсегда. Вы посмотрите, как вас любит окружающий вас мир. Солнце дарит вам свое тепло. Это все сравнимо с вашей любовью.
Сегодня она особенно заметна на ваших лицах, в ваших глазах. А любовь – это очень огромная сила. Любящие сердца, они могут очень многое. Они могут созидать миры, а могут разрушать. Мы хотим вам пожелать мудрости и осознанности, чтобы вы научились это различать, чтобы вы понимали, что вместе вы сила. И нам хочется пожелать, чтобы это чувство никогда не покидало вас. Каждый из вас выросли в очень прекрасных семьях. И Вася, и Настя. С хорошими традициями, с хорошими ценностями. Любите, и будете вы счастливы. И вот этот прекрасный день сегодняшний пронесите сквозь года. Счастья вам, ребята! Солнце любит Африку. Пусть ваш брак будет таким. Я вас очень люблю.